Итак, все вы прекрасно знаете, что такое два колеса. Два колеса. Та самая фирма, которая уже 20 лет вам восстанавливает и делает автомобильную резину. Причем делает она это качественно и очень хорошо. Я все время говорю качество, качество. Но качество в моем лице — это то, что делается не один год. А два колеса работает на этом месте вообще в городе Магнитогорске уже более 20 лет. Где она располагалась ранее? Химчистка, вы все это дело прекрасно знаете, да? Но она сейчас переехала. Она располагается на улице Магнитной, 111/1. Чем это место хорошо? Тем, что это самая замечательная транспортная артерия города. Потому что северный переход, конечно, хорош, но гораздо лучше переход Казачья переправа, а он тут не проходит. Кроме всего, здесь поворот на Челябинск, проспект Космонавта, он здесь находится. То же самое, она работает так же круто, ничего не поменялось. Единственное, что улучшилось, улучшились площади и улучшилось то, чем она продолжает заниматься и уже на этом месте. То есть сегодня и сейчас это краткосрочный ремонт и обслуживание вашего автомобиля. То есть приехали, необходимо что-то поменять, сделали все исключительно, и вы отсюда уезжаете на машине полностью оборудованной, а с отремонтированными колесами, с помененными дисками и колодками в том числе. Здесь также меняются и ремни. То есть это хорошая тема, и это хорошее место. Магнитная 111/1. Фирма «Два колеса». А искусство хорошеет с годами. Взять, к примеру, автостоп, ему 15 лет. Взять, к примеру, два колеса, ему уже 20 лет. Вот как? С такими вещами не поспоришь. Сколько у вас таких? Много? А нет. Понятно, что автостоп прыгал по каналам. Понятен и важен результат. Сейчас автостоп запрыгнул и на YouTube. Но представляете, 20 лет в одном месте. А сейчас место сменили. Конечно, северный переход хорош, но вкуснее Казачья переправа. Это я там живу, где нет пробок. Но город в большей его части — это Орджоникидзевский район. Здесь и ездят ваши машины, а как иначе? Ну и естественный вариант. Два колеса здесь на Магнитной 111/1. Конечно, переезд нужен. Тут вариантов-то и нет. Но обратите внимание на центры по обслуживанию ваших машин. Их тут много. Но никто и ни разу не заботится о вашей резине. Да, авторезина хороша. Но по сути она изнашивается. Ее дырявит. И есть возможность зацепить боковые проколы. Где делать то? Только здесь. Отличные технологии. И даже любая резина снимается, ремонтируется и останавливается. Опять же говорю, любая. Здесь есть замечательный станок для любых типов ваших колес. Я, конечно, люблю легкосплавные диски, поверьте сами, но иногда такое бывает, и не во мне суть, когда маленькая резина доводит диски до расколбаса. Менять? Да нет. Делать? Да здесь, в двух колесах. Теперь тема другая. Боковые удары. Два варианта. Пока камера, а если больше? И по сути никуда ехать не надо. Опять в два колеса. К слову, что здесь делают? И колеса больших размеров. То есть все, кто ездит на грузовиках, весь парк автобусов, сюда же. Восстанавливают и делают вашу автомобильную резину. Ну и самое главное отличие от других. Мелкосрочка. Давайте определимся с темами. Современные машины ездят и тогда, когда это было бы немыслимо. Если мы говорим об отечестве. Но взять вариант замены тормозных колодок и осмотра. Да легко. Посидите здесь и пообщайтесь. И по сути вам все здесь и сделают, да еще и посмотрят ходовку. Просто о чем мы говорим? Часто ли вы знаете, куда лезть то? Здесь товарищи, как и я, не признают алкоголь. Они внимательно поменяют колодки и осмотрят машину. Причем не будут срывать гайки, а используя современную химию, развинтят и соберут суппорта. Осмотрят и подтянут ручник. И теперь о масле и о ремнях с фильтрами. Поменяют и то, и другое. Естественно, смена масла в любой коробке передач. В любой, и в автомате. Нет косяков. Просто меняется все, и прокладка, и фильтр. И вы ездите на новых маслах в коробке. А теперь про двигатель. Здесь 4 фильтра. Масляный, топливный и 2 воздушных фильтра. Все так же меняется, как и замена масла в самом моторном агрегате.
Но, кроме всего, есть еще и несколько жидкостей, которые нужно проверить или заменить. Это антифриз, тормозная жидкость и электролит в аккумуляторе. Вот несколько устройств для этого. Тормозная жидкость диагностируется новым методом, а затем и меняется, если нужно, целиком. Мы эту штуку самоваром назвали. Цепляется и полностью меняется вся тормозуха. Клево, да? А как же? Знаете, мы сталкиваемся с тем, что и аккум зимой не тянет вовсе. Давайте проверим новым устройством. Капаем и смотрим. И все видим. Если уровень электролита меньший, дольем и зарядим. К слову, о вашей незамерзайке в бачке. Такова ли она? Проверим, и купить нормальную можно. То, что я вам рассказал, а вы и должны понять про мелкосрочку. Можете приехать и со своими деталями. Контор-то много. Можете здесь заказать, нет проблем. К слову, о проблемах. Везде и всюду продают колеса. Самый главный вариант, конечно, интернет. Все то же самое и здесь. Но доставка до города включена в стоимость. Вот как. И мы не будем вам говорить о бесплатности. Один ляд бесплатно оплачивает все покупатель. Просто все это включено в стоимость товара. Здесь абсолютно нормальные грамотные цены. Без списков дилерских центров. Я, конечно, все понимаю. Но зачем платить больше, когда в сервисе два колеса вы получаете тоже, но дешевле? К слову, о месте. Больше, круче и комфортнее, чем это было. Вот как. Здесь, на Магнитной 111/1. И вы сюда также можете приехать. К слову о том, что вдруг у вас есть ремни. Пожалуйста, покупайте их в другом месте. В принципе, вы можете их и здесь заказать. К слову о том, чем эта фирма шикарно занимается. Рено и Ниссан. Ну, как вы прекрасно понимаете, мы на этих машинах и ездим, в том числе и сейчас. В остальном, посмотрите, как все сделано, да? Быстро, качественно, исключительно. То есть о чем мы сейчас говорим? О том, что здесь самый хороший подход к вашему автомобилю. Здесь люди, которые абсолютно не пьют. Здесь они работали на серьезных предприятиях. То есть люди заранее готовы и вам представляют эту исключительную возможность. Где все это вы можете сделать? На улице Магнитной 111/1. В той самой и замечательной, и офигительной, я ничего не попробую этого слова сказать, фирме «Два колеса». Она крутая, в действительности крутая.